Жаринова Галина Евгеньевна. Конечно, волнительно очень, безусловно, присвоение этого звания каким-то образом, наверное, оценивая тот многолетний труд, который я прошла, трудясь в городе Калинине, потом в городе Твери, закончив институт калининский. Все 40 лет я тружусь в нашей родной Тверской земле. Поэтому, наверное, эта награда, конечно, она и волнительная, и, наверное, она в какой-то степени, ну, и отвечает тому вкладу, который я внесла, наверное, в образование нашей области города Твери. Конечно, очень важно и приятно, во-первых, получать награды. И я думаю, что это оценка руководства области и за не только за мою работу, это оценка работы всего коллектива главного управления. А для Тверской области, ну, конечно, если бы мы не внесли какие-то положительные вклады в развитие, тогда нас бы и не заметили бы, и не поощрили. Это у меня третья областная награда, была награда за развитие в Тверской области, за доблестный труд. И вот сейчас, во благо земли Тверской, для меня это очень значимая награда, потому что я родился здесь, вот, живу здесь, работаю здесь. И для меня чрезвычайно важно, что жители, мой труд, мое стремление сделать их жизнь лучше, оценивают положительно. Вот ради этого, наверное, стоит и жить. Потому что после себя хочется оставить добрый, хороший след, чтобы дети, внуки отзывались или слышали отзывы обо мне, как о человеке, который что-то сделал полезное для нашей земли.